Здравствуйте, на канале ФКТ. Время новостей. В студии Инга Габеша. И вначале коротко о некоторых темах выпуска. Следствие по делу о крушении Ту-154 под Сочи исключило версию взрыва. Сегодня на курорте почтили память погибших год назад. Разойтись по-хорошему не получилось. В сети появилось видео ночной драки в центре Сочи. Сочинским школьникам рассказали, как правильно запускать салюты. Советы дали в пожарной части. В Сочи прошел турнир по армейскому рукопашному бою памяти героя России Юрия Эпова. В нем приняли участие более 100 юных спортсменов. О том, что ждет Кубань в ближайшие годы, рассказал глава края Вениамин Кондратьев. Дал интервью ведущим региональным телеканалам. На встрече с журналистами он подвел экономические итоги уходящего года и поделился планами, каким видит развитие Краснодарского края. Кубань не собирается оставаться лишь аграрным и туристическим центром России. В приоритете наращивание промышленных мощностей. И здесь, по словам Вениамина Кондратьева, необходимо выстроить правильную инвестиционную политику. Полная версия интервью с губернатором выйдет в эфир «Кубань-24» завтра в 20 часов 30 минут. Следствие по делу о крушении Ту-154 под Сочи исключило версию взрыва. Ранее в Минобороны пришли к выводу, что самолет мог разбиться из-за нарушения ориентации пилота в пространстве. А сегодня в Сочи почтили память погибших в авиакатастрофе год назад. Результаты экспертиз полностью исключили версию взрыва на борту, сообщил Следственный комитет. Напомню, направлявшийся в Сирию самолет Ту-154 потерпел крушение 25 декабря прошлого года. Лайнер упал в акватории Черного моря у Сочинского побережья. Всего на борту находились 92 человека, включая военнослужащих, журналистов, артистов ансамбля имени Александрова, главу фонда «Справедливая помощь» Елизавету Глинку. Сегодня на причале в Адлере собрались все, кто решил почтить память погибших минутой молчания. На воду были спущены траурные венки, зажгли свечи. Также утром в храмах Сочи отслужили панихиды по погибшим в катастрофе. Из-за дождей в Сочи на реках ожидается подъем уровня воды, порой с достижением неблагоприятных отметок. Все городские службы переведены на усиленный режим работы. Спасатели просят в случае происшествий звонить с мобильного по номеру 112. К другим новостям. Разойтись по-хорошему не получилось. В сети появилось видео ночной драки, которая произошла на перекрестке улиц Воровского и Карла Либкнехта. Съемку вел очевидец. Видно, как одного из конфликтующих пытаются задавить машиной. Человек упал, но потом смог подняться. В это время драка продолжилась на проезжей части. Все происходило в 2 часа ночи, поэтому машин на дороге практически не было. Как сообщили в сочинской полиции, в драке участвовали 7 человек. Двое, наиболее пострадавшие, госпитализированы. По словам очевидцев, конфликт разгорелся, что называется, из-за косого взгляда. Так ли это, сейчас выясняют полицейские. Продолжаем. Сочинским школьникам рассказали, как правильно запускать салюты. Советы по использованию пиротехники подросткам дали в пожарной части. Это часть большой профилактической работы, которая проводится в преддверии Нового года. Быть бдительным надо еще во время покупки хлопушек, напоминают специалисты. Приобретать их только в специализированных магазинах и следить, чтобы упаковка была неповрежденной. Немаловажно и наличие инструкции на русском языке. Если покупка все же состоялась, для запуска выбирать только открытую площадку без припаркованных машин. У нас часто бывает так, что запустят ракету, и она летит просто в разные стороны. От чего? Наверное, все-таки нужно было посмотреть продукцию. Срок годности обязательно, да? Учесть погодные условия и посмотреть на это со стороны, прогнозируя тот риск, который может быть при запуске. Самое главное правило – запускать петарды дети могут только вместе со взрослыми. У нас очень много проблем от равнодушия взрослых по отношению к детям. Пока взрослые празднуют, дети остаются бесконтрольны. И, как правило, балуются пиротехникой. И проблема здесь в равнодушии взрослого населения нашего города к тем детям, которые это делают. Проходят мимо, смотрят на безобразие и даже не хотят сделать замечание. Самим подросткам напомнили, что от внезапно разрывающихся под ногами петард некоторым пешеходам может стать плохо сердцем. Поэтому тестировать перед Новым годом пиротехнику надо не на тротуаре, а опять же со взрослыми на открытой площадке. А чтобы лучше познакомить ребят со спецификой работы пожарных, для них провели экскурсию по части. Школьники смогли посидеть за рулем спецтехники и примерить обмундирование. В центре Сочи продолжаются работы по кронированию деревьев. Накануне спецтехника зашла на улицу Воровского.
Улица Воровского – одна из самых красивых в Сочи. Не последнюю роль в этом играют старые мощные деревья. Это очень красивые деревья, но они, к сожалению, или заболели, или прям практически все они требуют спила. Ветки падают. К сожалению, бывает такое, что и на людей. Заболели или нет, проверяет комиссия, и только потом вынесет решение, есть ли смысл сохранять растения. Проводится обход с обследованием зеленых насаждений, и принимаются решения о тех или иных хозяйственных мероприятиях, связанных то ли с обрезкой, то ли со спилом, то ли с кронированием. Издалека неопытным глазом сложно определить, больное это дерево или здоровое. Убедиться в правильном решении озеленителей можно в процессе работы. Мы видим характерное отслоение коры, гниль на срезе видно, и уже даже ходы каких-то грызущих, каких-то насекомых. Общественный экологический совет при главе Сочи предлагает принять регламент ухода за субтропическими растениями, ведь зеленый наряд курорта неповторим. Что касается конкретно этого дерева, желательно его спилить, потому что оно имеет уже гниль стволовую и наклон на дорогу. Возможно, это дерево будет представлять опасность. Данное дерево необходимо убрать для того, чтобы на его месте посадить другое здоровое. К посадкам новых деревьев готовы присоединиться и жители района. Обследование и кронирование деревьев в эти дни продолжится вдоль парка Ривьера и в переулке Трунова. 55 лет на страже здоровья сочинцев. Четвертая городская больница отмечает юбилей, торжественный концерт, награждение, слова благодарности. В перерыве между приемами и осмотрами пациентов. Вместо вечерних платьев – белые халаты. Врачи, медсестры, санитары вместе с теми, кто когда-то передал им эстафету врачебного дела, рассказали о том, что четвертая городская больница для каждого из них стала вторым домом. Ревматологическое отделение 4-й больницы – единственное на всем Черноморском побережье. Десятки пациентов каждый день под чутким наблюдением всей команды. Те, кто попадает сюда, не устают перечислять достоинства тех, кто взялся за лечение. В палатах чисто, врачи профессиональны, персонал внимателен, а главное – лечение эффективно. Я все-таки не психолог, но в жизни много повидал. Моментально им их коллеги с других отделений моментально идут навстречу, принимают в него очереди их больных. То есть это говорит о том, что их в этом коллективе больницы очень пользуются уважением. Я так могу думать. Коллектив отделения один из самых крепких. 30 лет бок о бок занимаются важным делом в родной больнице. Я люблю эту больницу. Мы начали работать во второй больнице. И в связи с реорганизацией в 1988 году нас перевели в 4-ю больницу. И с тех пор мы работаем единым коллективом также в 4-й больнице. Он нам стал родным. Мы даже не представляем какое-то другое учреждение для работы дальнейшей. Такой же настрой и у молодых специалистов. Кстати, желающих сразу после вуза оказаться в команде сочинской четверки немало. Тем более, что здесь оказывают максимальную социальную поддержку. Еще один плюс – это работа в одной из самых технически оснащенных больниц России. Поэтому и команда здесь сплоченная. Дело в том, что отделение гемодиализа в 2018 году только будет отмечать свое трехлетие. То есть трехлетие с момента начала работы. Поэтому коллектив у нас как образовался в тот момент, вот так он и работает, сплоченный молодой коллектив. Лечение пациентов не терпит отстраненности. Врач не обойдется без медсестры. Не будет идеальным процесс и без санитара. О том, что каждый из этих людей уникален и важен, никто даже не задумывается. На 55-летие больницы пришлось оторваться от дел. По случаю юбилея, торжественное награждение и концерт. У многих слезы на глазах. Диплом от имени главы города, где прямо и написано «За особый вклад», как неожиданное и приятное признание. Больница – это прежде всего не хорошее крепкое здание, которое у нас есть, прекрасные медицинские технологии, супер новейшее оборудование. Конечно, нет. Прежде всего это люди. Среди почетных гостей – главные врачи прошлых лет, заслуженные доктора теперь уже на пенсии и, конечно же, молодежь. Медики 4-й больницы сохраняют преемственность, общаются, советуются и обсуждают работу. Здесь говорят, бывших врачей просто не бывает. Создавались традиции, внедрялись школы врачей. И в настоящий момент действительно 4-я городская больница является многопрофильной клиникой, в состав которой в этот юбилейный год вошла 2-я городская больница. 55 лет – рекордный возраст для больницы с такой историей развития, от простого медучреждения до многофункционального медицинского центра. И все это стало возможным только благодаря тому, что с самого начала за дело взялись профессионалы с большой буквы. Ольга Десятова, телекомпания ФКТ.
Энергетики Сочи отметили свой профессиональный праздник. Дата отмечается ежегодно 22 декабря. О наиболее заметных достижениях компании «Кубанэнерго» в этом году в нашем следующем сюжете. В зале все те, кто приносит в дома сочинцев свет, тепло и комфорт. В свой профессиональный праздник по традиции энергетики подводят итоги уходящего энергетического года и отмечают лучших. В числе прочих наград работники сочинских электросетей получили почетные грамоты Министерства энергетики страны, благодарственные письма от губернатора Краснодарского края и руководства Сочи. Энергетики города и энергетики края работают, я думаю, что в пример другим городам, очень качественно и добросовестно. И тепло, и транспорт, и коммуникации, и все, скажем, все, вся система жизнеобеспечения зависит от них. Энергетик города Сочи стоит на первом месте. Настолько мы движемся вперед благодаря руководству компании нашей, сочинской, мы опережаем все регионы. Даже в самый высокий сезон электроснабжение в Сочи оставалось надежным и стабильным. А для надежной работы электрооборудования необходима его надежная эксплуатация, грамотное обслуживание, профилактический ремонт. С начала года специалисты электросети отремонтировали более 200 километров воздушных линий электропередачи, заменили 390 опор ЛЭП, расчистили около 500 гектаров просек вдоль трасс, чтобы предупредить технарушения из-за падения веток и деревьев. Исторический максимум в энергопотреблении, который мы достигли в этом году, он достиг более 730 мегаватт против прошлого года и олимпийского года 630. То есть это говорит не только о росте экономики и о росте потребления, как о лакмусовой бумажке, востребованности мощности энергии на территории города Сочи. На торжественном собрании в честь Дня энергетика чествовали и ветеранов сочинских электросетей. Они отметили высокие достижения своих коллег, которые сегодня, сохраняя лучшие традиции, трудятся на благо курорта. Отработала я в сочинских сетях именно в Адлерском районе 41 год. Сети преобразились за время подготовки к Олимпийским играм. И вообще, конечно, не узнать сегодняшнее Сочи, и в том числе и электросети, как я думаю, потому что работа стабильная. Энергоэффективные технологии и снижение потерь, бесплатная установка интеллектуальных приборов учета, новый клиентский офис, в который обратилось около 60 тысяч человек. Все это лишь часть самых заметных за год достижений. К слову, энергетики заботятся и о будущем предприятия. В рамках социального партнерства «Кубанэнерго» и сочинского профессионального техникума 4 года назад в Сочи создан ресурсный центр, где готовится достойная замена нынешним энергетикам. Ольга Десятова, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ. «Приключения Олафа» или «Как спасти Новый год» под таким названием в Международном инновационном университете сегодня состоялось праздничное предновогоднее представление. На сцене персонажи нашумевших кинопремьер прошлых лет. «Алиса в стране чудес», «Красавица и чудовище», «Холодное сердце». Артисты – сами студенты Международного инновационного университета. Преподавателям и сокурсникам они решили подарить новогоднюю сказку-мюзикл. Получилось весело и оригинально. А тем временем на сцене происходило волшебство. Дед Мороз и Снегурочка растопили ледяное сердце Красной Королевы. Состоялся бал, и Новый год был спасен. В завершении праздника студенты сфотографировались с артистами и хореографическим коллективом Международного инновационного университета. В этом вузе творческое развитие учащихся играет большую роль в образовательном процессе. Хочу поздравить всех преподавателей нашего университета и вообще, в принципе, всех университетов и всех студентов с наступающим Новым годом. Пожелать счастья, благополучия, хорошей учебы и чтобы все было хорошо. В Сочи прошел турнир по армейскому рукопашному бою памяти героя России Юрия Эпова. В нем приняли участие более 100 юных спортсменов, среди них бойцы сочинских клубов «Гренадер», «Ястреб», «Гвардия», «Гладиатор», «Патриот» и «Десантник». 23-летний Евгений Эпов был самым старшим из бойцов 230-го отряда спецназа внутренних войск МВД. 27 января 2012 года в Кизлярском районе у поселка Черняевка Евгений спас своих боевых товарищей, накрыв своим телом гранату. Указом президента России ему посмертно было присвоено звание Героя России. На торжественной церемонии открытия турнира спортсменов и гостей поздравил победитель конкурса «Коллектив года» ансамбль «Импульс». А с показательными выступлениями выступили курсанты.
курсанты военно-патриотического клуба ВДВ «Патриоты России». Победители и призеры турнира были награждены почетными грамотами, медалями и ценными призами. Учебный центр «Полиглот» провел фееричный новогодний праздник. На новогоднем утреннике воспитанники учебного центра рассказали про белоснежку и красную шапочку на английском языке, продемонстрировав безупречный уровень произношения и владения иностранным языком. Необыкновенный утренник «Полиглот» срежиссировал от начала до конца. Не являясь школой актерского мастерства, учебный центр подготовил самое настоящее театрализованное шоу. И все на английском языке. Правильные интонации, произношение и, как показал опрос, родители поняли своих детей без переводчика. My people are frightened, and they are quite right. The dragon comes out of its cave every night. It's eating our sheep. В «Полиглоте» подобные постановки – неотъемлемая часть учебного процесса. Такой подход мотивирует ребят к изучению иностранного языка, отмечают преподаватели. А еще такой отчетный урок в форме праздника раскрепощает, избавляет детей от комплексов. Поэтому у воспитанников «Полиглота» нет речевых барьеров в общении с носителями языка. Мы проводим это не за партами, чтобы ребенок не волновался. И в этом наша главная задача – раскрыть ребенка. А ведь главное самое, что детям это понравилось. Я просто вот счастлива от того, что у меня хорошая растет смена, и они мое будущее. Так что учебный центр «Полиглот» будет процветать и в будущем. От души всех приглашаю. Вам здесь будет интересно. В роли главного зимнего волшебника на празднике выступил воспитанник «Полиглота» Павел Сахань. К слову, сын Нины Шигониной с 3 лет изучал английский и сегодня является ведущим преподавателем хостинского филиала «Полиглот». Здесь приветствуют преемственность поколений. Сегодня воспитанниками учебного центра являются и внуки Нины Викторовны, которые вместе со всеми рассказали Деду Морозу традиционные стихи, только, разумеется, на английском языке. Активное участие в празднике приняли родители. К слову, мамам и папам здесь дают возможность подключаться к учебному процессу. «Полиглот», подчеркивает его основатель и директор, одна большая семья. Сегодня офисы «Полиглота» расположены в каждом районе курорта. Планирует Нина Шигонина и открытие новых офисов. Всех моих дорогих, любимых студентов, родителей, я от всей души поздравляю с Новым годом и наступающим Рождеством. Happy New Year and Merry Christmas! Welcome to our educational center Polyglot. Галина Моисеева, Инга Габеша, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ. В сочинском санатории «Заполярье» на базе бывшего спорткомплекса открылся новый фитнес-клуб Z-Fit. Посещать его могут не только отдыхающие, но и жители курорта. Подробности в нашем сюжете. Приобрести абонемент в фитнес-клуб Z-Fit на год или на месяц каждый определится сам. Здесь открыты двери для всех любителей фитнеса и здорового образа жизни. Мы приобрели современное оборудование, наши гости это обязательно оценят. Открыли новый зал с функциональных тренировок, тоже с хорошим современным оборудованием, поэтому рассчитываем, что все наши усилия будут по достоинству оценены нашими клиентами. Два зала с тренажерами и два зала для групповых тренировок. Занятия в каждом из них обязательно с инструктором. Во время презентации клуба свои фигуры гостям продемонстрировали профессионалы по бодибилдингу. Как правильно и быстро накачать мышцы, подскажут в новом фитнес-клубе Z-Fit. Парни выполняют поочередные махи канатами. Упражнения с канатами делают и девушки, но здесь задействованы мышцы ног и спины. Новый многофункциональный тренажер рассчитан на групповые занятия. Одновременно на нем могут заниматься до 5 человек. Стоит отметить, что фитнес-клуб рассчитан и на любителей фитнес-тренировок, и на профессиональных спортсменов. Теперь это не просто силовой тренинг со свободными весами и грузоблочными тренажерами. Это отдельно зона функционального тренинга, отдельный зал для хардкорных тренировок и любителей потягать большие железки. Но самый большой плюс – это 16 гектаров территории санатория «Заполярье», которые доступны круглый год, ходить, гулять, наслаждаться. Это будет интересно не только
спортсменам, которые любят заниматься, но и тем, кто хочет приходить с семьей, проводить время, есть где занять детей, пока сам тренируешься и приводишь свое тело в порядок. В распоряжении посетителей фитнес-клуба два бассейна с морской водой. Один из них 25 метров и глубиной 2 метра, другой 19 метров, анимационный для акваэробики. Кстати, акваэробика является одним из самых действенных способов поддержки физической формы. Ну а летом можно воспользоваться волейбольной площадкой и пляжной территорией. Фитнес-клуб ZFIT расположен в санатории Заполярье по адресу Пирогова, 10. Телефон для справок 259-1259. Елена Овсецна, Алексей Давыдов, телекомпания ФКТ. Дальневосточные дары моря в Сочи. Морепродукты из районов добычи представлены в одном сочинском магазине «Сахалинка». Прямые поставки полезных деликатесов на курорт налажены по 2 раза в неделю. Горожане уже приступили к закупке морских продуктов к новогоднему столу. Все морепродукты выловлены из дикой среды на Дальнем Востоке, с берегов Сахалина, Камчатки и Мурманска. А это говорит о максимально высоком содержании полезных веществ, а также о правильных вкусовых качествах, подчеркивают в Сахалинке. Кижу, чнерка, палтус, чавыча, замороженные камбала, скумбрия и корюшка, горбуша и потрошенная кита. Здесь же можно приобрести любимые всеми хозяйками рыбный фарш и фишболы, к примеру, из дальневосточного лосося. Этот продукт – лидер продаж. В составе нет никакой химии, только 3 вида. До рыбы. Нет ни костей, ни хвостиков, ни е, ни консервантов. Только рыба, кита, нерка, кижуч. Ну и достаточно бюджетные цены, доступные людям. Всегда в наличии селедка из бочки и дальневосточная сардина и васи. А такой деликатесный морской продукт, как икра в Сахалинке, и на развес, и в различной упаковке. В любом случае, икра с Камчатки и Сахалина – природный экологически чистый продукт и кладезь полезных веществ и витаминов. Сейчас 4 вида икры – это самая вкусная, самая любимая людям икра. Помимо красной икры у нас еще икра черная, палтуса, желтая икра, белая икра. Вот вся, весь ассортимент, который может быть, все у нас есть. Очень вкусная продукция, наисвежайшая. Брала, могу рекомендовать всем. В Сахалинке излюбленные продукты любого гурмана. Камчатский краб, синий стригун в панцире в виде мяса, в том числе салатного. Гребенчатая креветка батан. Оценят гурманы и креветки дикие, северные и аргентинские. Ассортимент представлен полный, говорят основатели магазина, которые, к слову, сами с Сахалина. Но если покупатель запросит самый эксклюзивный морепродукт, то Сахалинка доставит в Сочи и его. Сейчас магазин налаживает связи с Крымом. Свежайшие морские продукты скоро поступят на курорты оттуда. Магазин Сахалинка расположен в торговом доме Ярославна на улице Рос. Первый этаж, правое крыло. Сайт для ознакомления – ikrasochi.ru. Инга Габиша, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ. Ну а все новости уже на нашем сайте fkt.com. В студии была Инга Габиша. Спасибо за внимание и до встречи в эфире.